Так, все, привет, народ. Вообще, я вот внезапно вспомнил вот такую группу под названием Tumblebug. Короче, это что-то типа Зума, только у нас тут божьи коровки. Давайте начнем же. История давным, короче, все давным... О, нет! Мирные божьи коровки были захвачены злыми черными жуками. И они были... И они стали рабами для увеличения империи черных жуков. Но множество цветных жучков были заперты глубоко под землей. Но оставалась надежда. Над небо пролетел какой-то героический жук, чтобы спасти своих братанов-жучков. Так, короче, наводимся мышкой, и еще у нас есть это пауэрап, и огнежук и супержук. О, какая у нас большая локация. Поехали. Ханд 1-1. Покуп сада. Так, вот, соляем бывать. Я думаю, почти многие играли или помнят, слышали такую игру, как Зум. Тут точно у нас все так же. Офига. Мы даже уровень успели начать уже 100%. Вот супер-жук. Ты кого там толкать? О, все, прошли. Так. Так, супер-жук это... Короче, он приходит на 100%. Так, у нас теперь тут какой-то крыш. Это не дрель. А что тогда? Вот что такое? Оп, комбо забираем. Р у нас тут светится. Экст. Что же это может быть-то? О, давай, давай! Собирай! А чем мы можем менять цвета? Получай. Так, еще. Изи. Так, теперь у нас дикие жуки. Вот такой у нас пауэрап. Дикие жуки, короче, сочетаются с видом, на который они касаются. Эти... О, жуки двигаются быстрее. Лианы довольно жуткие. О, ё-моё, вот это комбо, конечно. Вот так. Вот примерно так. О! У нас, походу, это жизнь дополнительная. Если вы посмотрите, если вы выглядите прям как на своем фото на пост, вы недостаточно путешествовали. Откуда, блин, ты знаешь, а? 1-4. Пожалуйста, утирайте ноги. Опа, тут у нас две дырки. У нас что-то какая-то фигня тоже.
отважу-ка. Окей. Так. Бонус ранд, зависит от... Тащите кейс! Так, уже он убегает от Санти. Сейчас мы вас освободим, чуваки. Что? Я не свободен. Вы называете себя стражами? Ходите. О. Все. Там у нас тут много чего этапов всяких. Я думаю, вам показал более-менее чем достаточно. Блин, надо возвращаться в меню через... Да ладно. То мы увидимся в каких-нибудь новых прохождениях. Всем спасибо, всем пока. А еще тут есть это режим на время.